Добрый день! Боевые искусства и единоборства – это занятие не для трусов. Физически сильные мужчины пытаются выяснить, чье кунг-фу сильнее на потеху публики. Каким же образом здесь могут быть женщины, спросит кто-то. А мы при поддержке Ютуба ответим, что 21 век – это век равноправия во всем, и в том числе равноправия на ринге. И в этом видео мы посмотрим на несколько поединков между женщинами и мужчинами. А прежде чем мы начнем, я попрошу вас поддержать наш канал и поставить палец вверх. Это ускорит выход новых видео. А спонсором этого видео выступаю я сам. И от своего лица приглашаю всех мужчин и даже женщин в мое сообщество «Первый мужской», в котором публикуется информация на тему тренировок, здоровья, питания и боевых искусств в том числе. Присоединяйтесь к нам, ссылка в описании. И первым делом взглянем на поединок между обычным парнем и женщиной-бодибилдершей, с которой пришла группа поддержки феминисток. Сперва кажется, что женщина-бодибилдер побеждает, но очень быстро становится ясно, что парень просто дурачится и держит ситуацию под контролем, как и свое колено на груди оппонентки. А здесь у нас небольшой спарринг между парнем и женщиной, которая бросила ему вызов, утверждая, что способна биться с ним на равных. А в этом поединке по тайскому боксу сошлись два весьма серьезных противника с большим опытом. Правда, один из спортсменов был мужчиной, а второй женщиной. Хотя, учитывая, что это Таиланд, кто его там разберется? Но, тем не менее, и вот что из этого вышло. กดไปเอ็กซ์กดไป
Женщина пришла на курсы самообороны. Тренер объяснял, как выйти из захватов и предупредил, что женщинам выйти из мужских захватов очень трудно. На что наша героиня ответила, что это неправда, и она легко выйдет из его захвата. Джозеф Бутафука был обычным владельцем автомастерской, а затем зэком. Но сегодня он выступает в роли боксера против Джоанны Чайны, профессиональной рестлерши. Друзья, посмотрите другие видео на нашем канале. Также скоро выйдут новые ролики, так что подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.